Всем привет! Это видео ни о чем. Пока мы с вами спускаемся с горы. Только надо телефон в руки взять получше. Вот так. Находимся мы сейчас в Канаде, в городе, который называется Уистлер. Это там, где проходили 2010 года Олимпийские игры. Это место находится в 120 километрах от города Ванкувер. То есть мы находимся сейчас на самом-самом западе Канады. Как вы уже видели в предыдущих видео, как мы сюда летели. В общем, сегодня, наконец, как-то не так холодно, что пока еще моя без перчатки рука с телефоном не замерзла. До этого было как-то холодновато. Так что как-то сильно я бы, не знаю, моя бы рука уже просто отвалилась бы от холода. На самом деле здесь, конечно, севернее, чем Колорадо, севернее, чем Вермонт. Здесь попрохладнее будет. И сейчас тоже на улице минус, но на мне двое, блин, подштанников плюс обычные лыжные штаны, три майки, свитер, ну и обычная лыжная куртка, в которой я обычно катаюсь. Ну, в целом, ничего, жить можно. Хотя вот, конечно, знаете, вот без перчатки одна рука сейчас с телефоном, и что-то я уже начинаю как-то так офигевать немножко. Поехали направо, вон туда, вон, видишь, где, вон туда, где Family Skiing написано. Там полегче будет. Поехали. Хорошо. Куда хочешь, поехали. Вон там какой-то Pig Alley. Ну, ладно. А, это вон туда. Это вот в ту сторону. Фу. Вот такие здесь елки. Натуральный снег. Снег шел, кстати, тоже несколько дней назад. Ну, такой снег шел, что он кататься на лыжах, в общем-то, не мешал. Но шел. Ну, когда надеваешь маску, очки, то, в принципе, лицо там все полностью закрыто. И снег, в принципе, не мешает жить. То есть стекло вот этой вот большой маски на глаза, оно защищает от снега там, от всего. Поэтому в глаза там ничего не капает. Блин, здесь надо было чуть быстрее ехать. Тут пешком. Вот такой вот примерно вид, господа. То есть лицо, глаза, все полностью закрыто. И хорошие очки лыжные, чтобы не запотевали. А то раньше я пользовался очками, как лошара. За $25, купленные в Walmart. Ну, соответственно, так они и работали. Запотевали, и я все время злился и мучился. Купил нормальные очки за $150 в лыжном магазине специализированном. Вот и бед больше не знаю с запотеванием стекла. Дышишь туда, оно сразу нормально проветривается. Сразу все запотение уходит, вообще ништяк. Куда? Туда? Давай туда, ага. Туда, туда. В общем, тут гора, конечно, очень крутая. Мы сейчас только что вот начали спускаться с нее. И то это еще не с самой вершины. Потому что с самой вершины там... Ну, там маленьким детям все-таки страшно. Но здесь ехать, я не знаю, по-моему, минут 20. А может быть и полчаса. До подножия горы ехать очень долго, реально. Но это очень круто на самом деле. Ты сидишь в кабинке, поднимаешься, отдыхаешь, греешься там хотя бы хоть как-то, а потом ты долго-долго едешь вниз. Очень так прикольно. Вот смотри, вот этот лес же, да, ты сюда хотела. Вот же форест. Че, боишься, что ли? Ну ладно.
Ну, на самом деле там узкая дорожка, но она не страшная. Ну, ладно. Ну, хорошо, ладно, не поедем туда. Смотрите, какой вид красивый, какие горы. Сверху снег. Сегодня небо полуоблачное, полунеоблачное. Солнце, короче, светит. Небо не сильно чистое. И, кстати, был один день, когда много облаков село на горы. И видимость была в некоторых местах просто никакая вообще. Еле было видно так, метров так в 5-6 от себя. Ехать было страшно быстро. Ехали медленно. Ну, хорошо, не вся гора, а вот частично так вот. Спускаешься вниз и раз такой въезжаешь в облако. А потом облако уходит. Ты дальше вниз уже едешь, уже облако выше остается. И уже как-то ничего. Уже так получше. А так вообще мощная, конечно, мощная здесь территория, большая территория. Тут можно просто укататься. Тут можно ездить целый день по разным дорожкам, практически не повторяясь, ну там, за исключением некоторых мест, в основном сверху и снизу. То есть тут настолько огромная и широкая территория, что ты будешь целый день кататься по разным дорожкам. И вы знаете, ребят, оно, конечно, теплее стало сегодня, но рука у меня начинает уже так как-то замерзать, знаете. Я, наверное, уже прекращу это видео. Вы посмотрели 6 минут нашей поездки. У нас еще, наверное, минут 26 как бы вниз ехать. Ну, у меня рука, наверное, за это время просто отмерзнет. У меня уже вот начинается что-то такое. В общем, видите, лесок, елки, все в снегу. Очень, очень красиво здесь смотрится. Вот ты вот так вот съезжаешь вниз и смотришь, вон там озеро впереди. Очень все это сногсшибательные виды. О. Видите, как далеко. Это мы еще не проехали даже, даже четверти пути не проехали до нижней базы. Здесь офигеть. Видите, как гоняют тут некоторые прям. О! Прыгнул. Вот это кайф. Ну, я обычно побыстрее чуть-чуть еду все-таки. Я, конечно, не крутой там лыжник, но я обычно все-таки побыстрее еду. Но сейчас моя очередь выгуливать мелких. Ну, вернее, старший там с мамой поехал покруче кататься. Но сейчас моя очередь немножко притормозить, чтобы присмотреть за маленькими детьми. Ладно, все, рука у меня уже практически отмерзла. Все, я больше не могу. Пойду надевать перчатку. А то она вот она, в руках. Там еще грелка внутри перчатки. О, будет тепло. Ну все, ребятки, до свидания. Пока.